Всем привет! Предлагаю рассмотреть совсем небольшой вопрос на случай, если вам необходимо подключиться с ноутбука к Wi-Fi. И если вы не знаете пароль от него, но при условии, что с телефона однажды вы уже к нему подключались. То есть на вашем смартфоне соединение к этому Wi-Fi активно, но пароль посмотреть вы не можете. Для этого на свой ноутбук нам понадобится загрузить приложение Wi-Fi QR-код сканер. Приложение можно загрузить из любых источников, в том числе и из магазина Microsoft Store. Ну и, конечно же, само собой разумеется, на вашем ноутбуке должна быть рабочая веб-камера. Далее нам понадобится наш смартфон с активной сетью. Открываем сети Wi-Fi, находим необходимую сеть, к которой мы хотим подключиться, переходим в нее, нажимаем на QR-код и показываем данный QR-код нашему ноутбуку, точнее его камере. И, конечно же, это все делаем через приложение Wi-Fi QR-код сканер на вашем ноутбуке. И затем, после удачного подключения к вашей сети, мы просто нажимаем в приложении кнопку Connect и без пароля подключаемся уже на самом ноутбуке. Конечно же, эта инструкция не является способом узнать вообще неизвестный пароль, а лишь дублирует подключение с уже активного на вашем смартфоне.